Я думаю, что уже к этой минуте все уже точно вышли из объятий уютных кроватей, умылись и выпили чашечку кофе. А пока в желудок не попал вкусный и питательный завтрак, нужно сделать зарядку вместе с нашим фитнес-тренером Дарьей Лагуновой. Приступаем к утренним занятиям. Доброе утро! Меня зовут Дарья, я тренер по фитнесу. Сегодня мы с вами проработаем внутреннюю поверхность бедра, так как эта зона проблемная у многих женщин. Начнем. Мы встаем на правое колено и левую ногу выпрямляем в сторону. Встаем на ладони и здесь будем уходить тазом назад, а затем возвращаться вперед. Назад. И вперед. Здесь важно держать спину прямой и уходить назад до такого положения, пока не подкручивается таз. На выдохе мы уходим назад, на вдохе возвращаемся вперед. Назад и вперед. Хорошо. Затем мы уходим назад с прямой спиной. Отсюда, начиная с копчика, мы подкручиваем таз, скругляя спину, возвращаемся вперед. Здесь снова выпрямляем спину, идем назад и вперед. И левой ногой мы подтягиваем коврик к себе. Идем назад, прямая спина, затем запускаем волну. И выходим вперед. Хорошо, последний раз. И поменяем ногу. Левую ногу сгибаем, правую выпрямляем в сторону, встаем на ладони. Отсюда с прямой спиной мы идем назад. На выдохе вперед. Назад. И вперед. Правой ногой подтягиваем коврик к себе, включая внутреннюю поверхность бедра. Вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. И последний раз. И запускаем волну. Назад идем, спина прямая. Отсюда, начиная с копчика, скругляем спину и возвращаемся вперед. Выпрямляем, идем назад. Подкручиваем копчик, скругляя спину, возвращаемся вперед. Вдох. И на выдохе волной уходим вперед. И последний раз вдох. И выдох. Хорошо. Мы встаем в колено-кистевое положение. Ладони под плечами. И колени разворачиваем в стороны. А стопы у нас вместе. И отсюда уходим назад, смещаем таз и возвращаемся вперед. Здесь коленями стягиваем коврик в центр, включая внутреннюю поверхность бедра. Вдох. И на выдохе смещаемся вперед. Вдох. И выдох. Последний раз. Спина прямая. Закончили. Наша зарядка подошла к концу. Вы готовы заниматься? Тогда записывайтесь ко мне на тренировки.